Молодежь Запорожской области объединилась во имя победы. В Запорожье прошла акция, в рамках которой провели масштабный велопробег. В нем приняла участие студенческая и трудовая молодежь региона. Подробнее в следующем сюжете. Около 100 человек из 5 районов области проехали более 450 километров, чтобы объединить свои эмблемы победы в одну. Девиз мероприятия «Єднаємося в ім'я перемоги». К 70-й годовщине победы над фашизмом в Европе областной центр молодежи впервые организовал такое мероприятие. Организаторы говорят, давно думали, как объединить патриотизм, здоровый образ жизни и почтение памяти соотечественников, погибших с 41 по 45 годы. Так инициировали велоакцию «Єднаємося в ім'я перемоги». Саме завдяки цьому заходу молодь краще зрозуміє необхідність єднання народу для великої перемоги, як це було 70 років тому, як це необхідно зробити сьогодні. Участники велопробега крутили педали по дорогам области. Кто 5, кто 10, а кто и 40 километров. В областной центр приехали ребята из Запорожского, Васильевского, Ореховского и Вольнянского районов. Общая длина маршрутов более 450 километров. Участники таким путешествием довольны. Выехали мы где-то в 12 часов. Вот так вот. Остановки были, да, в селе Степном. Передавали нам флажок, мы прикрепляли. И больше не останавливались, доехали сюда. Без происшествий. Хорошо доехали. Самая такая интересная часть его на велосипедах – проехать от колледжа сюда. Ну, это интересно, группой такой большой. Это, ну, не часто так получается, а когда получается, так это хорошо. Ну, надо участвовать, надо поддерживать. Поэтому как бы, Украина – единая страна. Участники велопробега соединили в одну свои эмблемы победы. После их ожидала встреча с героями Второй мировой войны и участниками антитеррористической операции.